О, сколько ночей мы не спали, сколько уроков проделали ради нее. Не сосчитать. Ведь сколько кайфовых игр существует на этой приставке, играть в которые суками нам и то было мало. Но если сейчас спросить у любого из тех, кто проводил за ней дни и ночи в 90-е годы, какая игра на Денди самая известная и непревзойденная, ответ всегда будет неизменен. Конечно же, это... Марио 1! Да, это... А хотите узнать, сколько игр про Марио вышло на Денди? Вот сколько. Нормально? Да, на самом деле было не 7 продолжений Марио, а что-то порядка 25. Тысяч? Наверняка даже это еще не все. Разумеется, все это также считалось лицензионным и оригинальным. Итак, Mario Brothers. What the fuck? Думаю, что не особо удивлю вас, если скажу, что на некоторых многоигровках эта игра значилась также и под другим, не менее странным названием Pipeline. В переводе на русский это что-то вроде пизда провода, но мы в детстве называли ее просто пизделина. С чего начинали свое знакомство с Марио другие 95% наших геймеров? Ты бежишь по уровню, упираешься в стену и все! Все, что остается, это дождаться, пока кончится время и сдохнуть! И эта игра Супер Братья Марио, хит на все времена. Ну нет, я не сдамся. Я 15 лет мечтал узнать, что за этой чертовой трубой. Я сдохну, но узнаю.